Слилась наша мова где-то часов 5-6. Сейчас ее вымочим в течение часа и потом будем развешивать, вялить. Вымочил мову. На шпажках развесил ее, чтобы подсохла перед копчением. Ну вот наши продукты, так сказать, в копчении. На сальцо еще рано. Бедрышки, он висят тоже еще рано, будем коптить дальше. Но моевочка уже готова.